Перед тем, как подойти к штанге, обязательно разминка. Мышцы нужно привести в тонус. Для начала мастер спорта по пауэрлифтингу Андрей Машуков берет 25-килограммовые гантели. Дальше в ход идут более тяжелые спортивные снаряды. После разогрева первый подход к штанге. Сейчас там вес 140 килограммов. Некоторые посмотрят, скажут, что там жим лежа, качай грудь, да и все. То есть здесь не так все просто. Нужно развивать плечи, руки, спину. То есть спина, она помогает, она в нижней точке нажимается и как пружина выталкивает штангу. 22-летний спортсмен выступал на открытом кубке Восточной Европы по жиму штанги лежа. На соревнованиях в Екатеринбурге собрались более 500 атлетов из России, Казахстана, Беларуси и других стран. В абсолютной весовой категории Андрей Машуков в первой попытке без труда взял 160 килограммов. А вот вторую, где вес был уже 180, судьи не засчитали из-за ошибки. Поэтому заключительные 190 килограммов не давали права на ошибку. Иркутянин справился. Не переживает, не волнуется, не горит, как это бывает у многих спортсменов. То есть он как бы полностью окунается в соревнования, и, соответственно, у него получается все. В принципе, сколько вот его знаю, сколько участвовал в соревнованиях, ни разу он не проигрывал. То, что ставил какие задачи и цели для себя, все выполнял. Теперь в копилке иркутского спортсмена две высшие награды Кубка Восточной Европы. Сейчас Андрей Машуков после непродолжительного отдыха приступил к тренировкам. Впереди чемпионат Иркутской области. Он пройдет в начале мая. Кроме этого, мастер спорта передает свой опыт и знания в пауэрлифтинге молодым спортсменам. Иван Занько, Константин Синицын. Новости сейчас.